автомобиль. На регулируемом перекрестке будем выполнять разворот. Здесь будете разворачивать? На регулируемом. Ну вот регулируемый. Здесь будем разворачивать. Да. Поехали дальше. Включаем поворотник. Выбирайте место для разворота. Дальше едем, нету здесь остановка. Сразу смотрите, даже не думайте об этом. Видите знак «Главная дорога» остановка? Где-то же есть выезд, значит, да? Ага, и машинки вон там стоят на выезд. В зеркало посмотрели. Не надо тормозить здесь. Ушли. Здесь дорога хорошая, в принципе. По сплошным мы тоже не поехали. Поехали, что спим? Красный загорелся, пешеходник. Дорогу вам, для вас светофор перегородил. Вот. Разгоняем автомобиль. В левый ряд перестраиваемся. Где здесь? Ну вот на. Ну этом... дальше мы едем пока. Я сейчас. Мы сейчас научимся все. Мы просто едем пока дальше. За этим перекрестком. Мы с вами опять разгоняемся. Можно на то? Можно, конечно. Так, легче. Кому, мне или вам? Мне. А чтоб я вас на ты? Да. Ну, я все равно это через раз. Я когда ты, когда вы. Так, за регулируемым перекрестком разворачиваемся. Да. Смотрите движение по полосе, видите, да? Зеркало. Не спешим, все, стоим, курим. Вперед смотрим за белую машину. По возможности перестраиваемся. Смелее. И теперь внимательно скажи мне, пожалуйста, почему я запретил здесь разворачиваться? Я не знаю. Я не знаю? Вообще не знаю, да? Вообще не знаю. Ну давай посмотрим на асфальт, что нарисовано. Главная дорога. На асфальте, что нарисовано. Прямо. Ну? Нету стрелки на разворот. Нельзя разворачиваться. Но, ты же сказал, надо. А я сказал на регулируемом перекрестке. Я не сказал, что на этом. Разницу понимаешь? Я сказал, на регулируемом перекрестке мы разворачиваемся. Твои действия. Подъезжаем к этому перекрестку, поехали дальше. Ну все, поехали. Подъехали к этому перекрестку, ты говоришь, здесь я не могу развернуться. А такой подвох был бы на экзамене. А почему я здесь не могу? Потому ваше движение прямо. Разметка 1.18 на дороге указывает движение только прямо. Разворот, поворот налево запрещен. Соответственно, поворот налево нет, но развернуться можно было бы, если бы знаков так, поехали дальше. Знаков не было бы дальше. Никаких. Понимаешь? Почему мы не смотрим на дорогу? Вот ваша ошибка всех учеников.